День пожилого человека в Одинцовском доме офицеров поздравили членов организации «Дети войны». Как отметила первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина, это люди с активной жизненной позицией. Это те люди, которые уже вырастили своих детей, а может даже и внуков. Кто не умеет сидеть без дела, кто очень активный, жизненной позицией, с большим жизненным опытом. Я от всей души хочу вас поздравить, пожелать вам. Самое главное, как оказалось, в период этих испытаний – это здоровье. Осознание того, что войны больше нет, их сбывшаяся детская мечта. Ветераны делились воспоминаниями о трудном военном времени, которое пришлось пережить, будучи детьми, читали стихи, признавались. Вновь испытывали то радостное чувство победы, когда получили юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Эти медали, которые нам сегодня вручили по поводу 75-летия окончания Великой Отечественной войны, они нас заставляют думать, вспоминать и благодарить наших отцов, братьев и сестер. Да, дети войны сейчас в возрасте, приличном возрасте, нуждаются во всем, внимание, уходе. И вот сегодня это мероприятие, это еще раз, лишний раз подтвердило, что не забыты эти люди. На встречу пришли и сотрудники Одинцовской госавтоинспекции. Они рассказали пожилым людям о правилах безопасности при переходе дороги и подарили световозвращающие элементы, необходимые всем пешеходам в темное время суток. Евгения Галяева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».